На месте заброшки появится современный дом культуры. В Боротаевке скоро построят необходимые для жителей учреждения. Губернатор Сергей Морозов приехал в село, чтобы обсудить с коллегами грядущее строительство. После осмотра заброшенного ДК глава региона вместе с общественниками переместился в здание школы. На совещании успели ознакомиться с онлайн-проектом нового дома культуры. Старый снесут в 2020-м. Через год на его месте вырастет его потомок. ДК будет таким же, как и в селе Архангельское, проект типовой. 400 квадратных метров площади, зрительный зал-трансформер на 200 мест и помещение для творческих кружков. Школу тоже планируют довести до ума. В актовом и спортивном залах будет сделан ремонт. Школа становится вот опять красивой, ухоженной. Сейчас мы вот прошли, поговорили о том, что в ближайшее время городская власть сделает для того, чтобы в школе появилось новое оборудование, чтобы в школе начался там ремонт актового зала, там ряд других моментов, то значит, нам надо дальше заниматься всей инфраструктурой вашего огромного села, нашего с вами огромного села. Одним селом не ограничились. После Боротаевки глава региона встретился с жителями соседней Кротовки. Инициативные сельчане рассказали о главной проблеме – отсутствии уличного освещения. Вся вот эта центральная улица, которая идет через все село, она полностью не освещается вообще, поэтому очень проблематично. У нас здесь и пешеходы, и с колясками ходят, да, дети прогуливаются. В Кротовке не хватает не только фонарей. Местные жители мечтают об отремонтированной дороге и облагороженном роднике. Для эффективного решения этих вопросов жители планируют организацию территориального общественного самоуправления. Виктория Чиркова, Руслан Баталов, новости Управды ТВ.